На прошлой неделе суд французского города Экс-ан-Прованса вынес неожиданное для всех международных правозащитных организаций решение экстрадировать в Россию или в Украину казахстанского диссидента, одного из основателей оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтара Аблязова. Этот вердикт подрывает принципы европейского правосудия, поскольку в обеих странах напрочь отсутствует справедливое судебное рассмотрение. Это позор французского правосудия, потому что это нарушение прав человека, свободы слова. Мой отец – оппозиционер, он лидер оппозиции в Казахстане. Как только решение суда стало известно на родине Аблязова в Казахстане, представители общественности провели акции протеста у здания французского посольства. А жители города семей и вовсе пошли на отчаянный шаг. Они сейчас полным ходом собирают подписи под открытым письмом к президенту Франции Франсуа Олланду. Депортировать Аблязова в Казахстан ни в коем случае нельзя. У нас ситуация с правами человека, а тем более в тюрьмах с правами заключенных вообще хуже не бывает. Вот. Поэтому если его сюда депортируют, то скорее всего закончится все несчастным случаем или там самоубийством, как у нас обычно это говорят, или сердечной недостаточностью в тюрьме. Вот. И объективного расследования здесь, объективного суда здесь невозможно ожидать. В Казахстане и не сомневаются, что как только Мухтар Аблязов благодаря французскому правосудию окажется в руках российских или украинских властей, его немедленно отправят на родину, где оппозиционера ждет несправедливый суд и тюремные пытки. Ведь Нурсултан Назарбаев, как известно, критики в свой адрес не приемлет вовсе. Прецеденты уже были и не раз. По возвращению, допустим, в Россию или на Украину, то Мухтара Аблязова ждет, так сказать, кончина. Его успешно закопают или повесят, и при этом обвинят, что он сам жизнь закончил самоубийством. Потому что у нас режим неправовой. Преследуются права людей. У нас режим преступный. Семейцы надеются, что президент Франции Франсуа Олланд не оставит без внимания их письмо и, возможно, примет участие в решении дальнейшей судьбы противника политического режима Назарбаева. Время для этого пока есть. Адвокаты Мухтара Аблязова собираются обжаловать решение суда Экс-ан-Прованса.